Приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в супермаркет симулятор. И у нас здесь кое-что новое. Во-первых, вышло обновление, но обновление не то, которое мы ждем. Это всякие фиксы и тому подобное. И теперь есть такой моментик. Помнишь, когда я спрашивала насчет того, как нам заполнять склад? Вне ролика или уже на ролика? Вот. Были мнения, что удобно. Интересно, когда я делаю это тоже с вами вместе, расставляю на складе. Но уже появилось и другое мнение, что это не очень интересно. Поэтому будем как-то это, не знаешь, мешать и делать это, и за кадром иногда, короче. И вот так вот мы и поступим с тобой. А тебе приятного аппетита и просмотра. И знаешь, что у нас на складе? У нас на складе полнейшие проблемы случились. И я не знаю, что случилось, но как бы у нас здесь какой-то бедлам. Я не знаю, что Геннадий и Жора здесь делали, но они навели какой-то жуткий хаос. Понимаешь? Я сюда захожу, и я в шоке. Я не знаю, почему здесь столько коробок. Все валяется, все вверх дном. Ну ладно, это я сделала. Ладно, это я сделала. Шутка не удалась. Вот это я сделала. Знаешь, это очень удобно. Я кое-где подсмотрела этот моментик, и это очень удобно, в принципе, знаешь, сделать. С улицы позакидывать сюда на букву R, и просто ты уже берешь и все расставляешь далеко, не бегая туда-сюда. Как по мне, это удобненько. Реально. Просто, ну, кидаться приходится многим на самом-то деле. И сегодня в этой серии, давай откроемся, у нас уже денежек нормально, это я еще сделала закупочку. И мы сегодня будем с тобой расширяться по максимуму. Сегодня мы с тобой возьмем два расширения. Думаю, нам денежек хватит. Должно хватить. Как минимум, мы сейчас одно можем купить. И на второе у нас тоже должно скоро уже появиться денежка. Думаю, за смену мы спокойно с этим справимся, заработаем и расширимся. Вот. Слушай, вот как тебе идейка? Вот так нормально, в принципе, расставлять, думаю, неплохо. Когда же уже выйдет обновление, которое мы с тобой ждем? Да, персонализация. Это что, валяется у нас тунец? Где у нас тунец? Вот здесь. У нас сыр вообще закончился. Но у нас очень мало сыра, поэтому я заказала сыр. Так, побольше чоки-поки. Пики еще, кстати, не пошли. Значит, клиентов у нас еще нет. Да, наш любимый пик-пик-пик-пик. Не началось. Так, сыр. Тоже. Сырочка у нас вот здесь. Моцареллки у меня там вообще почти нету. Йогурт. О, пошли, пошли пики. Пошли. Заточены. Угу. Так. И что? У нас настал тот момент, когда нам уже, походу, нужен третий кассир. Предлагаю, когда мы с тобой расширимся, поставить третью кассу. Хотя бы поставить третью кассу и либо самой вставать за кассу, либо уже нанимать третьего кассира, потому что не хватает рук, серьезно. У меня уже какую смену подряд кассы заполнены, все ругаются. Это тоже, естественно, плохо. Так, сейчас мы это все делаем. В принципе, удобно. Почти что удобно. Так, только здесь не развернуться и быстро на шифте не побегать. Иначе стошнит. Так, это у меня здесь. У меня пустая полка майонеза. Что? Помнишь, в прошлой серии у меня стояло упаковки 4 майонеза? Это прикол какой-то? Кто сожрал столько майонеза? Вот эту хрень надо заказать срочно. И лосося заказать надо. Давай-ка мне. Лососиком и вот этой штуки. О, как раз подешевело. Закажем побольше. Естественно, большие суши закажем. И, видимо, надо вот это показывать. Капец, 800 долларов закупка. Ладно, на эту смену мы еще дорабатываем, и со следующей смены мы уже покупаем расширение. Надеюсь, там у нас хватит денежек на стеллажи. Я, конечно, сомневаюсь, но надеюсь, хватит. Так, ребятки, стойте, я не помню ценник. Воу, ценничек.
Давай-ка 79. Вот. Вот так вот. Пойдет. Пойдет. Так, и вот это давай выставим-ка быстренько. Лососик, лососик, давай, давай, давай. Вообще напоминает бекончик какой-то, а не лосось. Ну ладно, здесь он так показан. Ага. Ага, это нам сюда надо. Ладно, хорошо. Смотри, как я, короче, делала. Я брала вот эту штуку и... Оп! И вот туда вот. Просто берешь, оп, и туда. Берешь, оп, и туда. Главное, чтобы ничего не забаговалось. Кстати, вроде как пофиксили тот баг, который мне постоянно мешал. О! Это когда ты постоянно берешь какую-то коробку со склада, которая стояла, и ты ее больше никуда не можешь поставить. Вот какой баг был. Отлично. Фига, покупка. Ничего себе у тебя тут затар. Вот еще один баг, когда продукты на продуктах. Да, есть у нас тут такое. Ничто не идеально, ничто. Давай сюда. Слушай, мне не нравится, что это здесь. Давай вот это вот сюда, а вот это нам будет. Ага, ого. Так, это у нас мяско, это у нас, ага, это у нас, ага. Пытаюсь понять, что здесь имеется, что у нас здесь не имеется. Ого, я заказала, блин. Ого. Так, там лососик есть? По-моему, не, нету. Нету лососика. Уже разобрали почти. Посмотри, уже 5 штук лосося разобрали. Ёшкин, матрёшкин, полдня прошло только. И вот и полдня прошло. Картошки фри нету. Прекрасно. Картофанчика нету. Кассы переполнены. Ну, прекрасно. Так, ну давай-ка, давай-ка, давай-ка. Питку. Кетчупа 2 штуки, майонезика 2 штуки. Это можно, вот это вот 2 штуки. То, на что не ругались, чего нету. Картошки. Картошки. Кстати, вот этого нету. Картошечка, маслица, яйца, мед нужен прям. Туалетки мало. О, нет, все нормально, денежки растут, время есть. Хорошо, все, с этой смены мы сможем себе уже купить расширение, надеюсь. Больше закупок не делаем, экономим денежку. Так, этот у меня здесь стоишь, все. Потому что либо можно вот так вот бегать, слушая, разносить, либо как я показала. Ну, знаешь, мне что-то приятнее просто бегать. Пицца. Пицца. О, пицца у меня дофига. Слушай, больше пиццу не заказываем. Она, конечно, вкусная, но слишком много ее уже. Хватит. Ее не так хорошо берут. О, медика запаслись. Отлично. А потому что меда вообще не было. Так, теперь у меня кетчуп имеется. Острый имеется. Вот, 5 косариков. Отлично. Можно чуть побольше? Ага, будет хорошо, полные кассы. Отлично. Геннадий, я думала, ты сменил имидж уже на светлую униформу. Показалось, что совсем не синяя униформа, кстати. Ладно. Хорошо. Так, это мы выложили. Это мы мороженка взяли. Мороженка у меня, я не знаю, кстати, где мне мороженка. Вот тут есть мороженка. Хорошо. Что такое? Масло? Маслица у меня вот тут вот. Можно реально вот так вот делать. Ну вот, вот как думаешь, как? Вот так вот. Ну, в принципе, как будто бы это побыстрее. Благо, что я натренирована другими играми прожимать столько кнопок. Это что у нас? Яйца. Яйца, яйца вот тут вот. Это что, хлопушки? Хлопушки вот тут вот. Хлопушки, яйца. Яйца вот тут вот. Картошечка, карточка вот тут вот. Кетчуп у нас вот тут вот. Вот тут вот. И все? А нет, майонезик. Потрясающе.
Я уже хочу на самом деле компьютер перенести на склад, но пока здесь места нет, естественно, для этого надо будет перенести. А ну-ка, а может получится его вот сюда поставить? Блин, я тогда вообще ходить не смогу. Тут так как бы узко, особенно из-за вот этого, из-за этой полки. Вот просто ты заходишь, ип, тебе надо вдохнуть в себя, чтобы пролезть. Так, ну слушай. У нас тут много людей. Кстати, спасибо тебе огромное за лайкосики. Надеюсь, ты не забываешь их проставлять. Там уже были поздравления, что мы заработали первые наши 5000 долларов. Мне тоже очень приятно. Спасибо. Мелочь, а приятно. Конечно же. Так. Ну, у нас все хорошо. У нас все хорошо. У нас все хорошо. Мы можем спокойно... Курицу как будто бы не берут, странно. Спокойно ходить, гулять. Жаль, нельзя название поменять. Было бы прикольно. Поменять название. Интересно, вот сейчас куплю расширение, это будет раз и два. Это столько новых, много стеллажей, можно продуктов. Хорошо, если у нас будет сегодня приостановка, смотри, что мы делаем. У нас освободится, я перенесу этот стенд. Другое место. Здесь у нас продолжится какая-то бакалея. А из бакалеи у нас будет с тобой вот это. И, кстати, новые пасты. Новая паста. Пасту можно будет поставить куда-то... Не знаю, куда-то можно поставить. И соус. Почему бы нет? Пойдет же. У нас просто другого нет в бакалее. У нас другой нет, у нас есть химия. Химию я вообще бы на тот стенд перенесла. Вот этого сладкого чуть-чуть. А, соль, кстати, соль у нас есть. Во, реально, можно будет вот эти соусы и соль поставить на одну полочку. Отлично. И, как обычно, у нас эти рожки будут одиноки. Ну... Все равно там что-то заполнится. Давай посмотрим, что у нас дальше по лицензиям будет. Это был последний покупатель. Отлично. Чипсики, хумус. Чипсы, мука. Еще одна мука будет. Картофельное пюре, перец, рис, бутербродный хлеб, сахарная пудра. То есть это все спокойно пойдет по колею. Заканчиваем день. И сода, оливковое масло, кофе. Давай. Сода. Сода, оливковое масло. Кофе. Темной обжарки. Нормально. 94 даже ставим. Нормально. Все. Мы с тобой можем спокойно расширяться. Развитие. Раз. Чуть-чуть не хватило. И что-то упало, как будто бы. Чуть-чуть не хватило. Ты посмотри. Блин. Стоит. А стоит-то сколько? Блин. Не хватило. 4400. 400 долларов не хватило. Я просто не посчитала и сразу открылась. Ладно. Ладно. Ого. Ого, слушай, место тут. Ого, тут место. Ого. Фига себе. Да мне такого места. Слушай, блин. Это будет очень много. Это же будет очень много. Это у меня целый холодильник пиццы можно купить. Еще один холодильник пиццы. Мороженка. Холодильник для крабовых палочек. Второй холодильник для курицы. Боже, это ж офигеть, сколько расширения. Картошки нема. Вот. Вот уж Вася-то. Картошки-то нема. Картофан-то кто будет заказывать? Картошку-то надо заказать. Картошку, сахарную пудру, я не помню, есть, нет. Давай закажем на всякий случай. И мяско. О! Картошечком. Так, если у нас потом будет рис, перец,
Это у нас то будет овощи. Овощи у нас есть картошка. Короче, можно отдел будет овощей сделать, походу. Потом напитков. Так, курицу. Курицу явно вот сюда куда-то. А курица у меня тут дофигища просто. Тогда мне нужно будет и расширение на складе делать. Мне ж надо куда-то эти продукты ставить. Там места нету. Я тебе скажу, там нет места. Вообще. Вообще нет. Занято. Почти все занято. Ребята, картошку берем. Берем картошку. Картофан. Картофанчик. Вкусный картофан. Я туда даже не ставлю. У меня нету стеллажа под картошку. До этого мы еще с тобой не доросли. Там. Туалетка. Молотоль. Химии нету. Слушай, вообще химии почти нет. Пролезь. Шугар. Шугар-шугар-шугар. Бургер. Шугар-шугар. О, это мяско. Дорогущее мяско. Вот сюда. Риса нету. Спагетти нету. Муки нету. Ладно. Поехали. Так, муки нету. Риса, спагетти. Так, спагетти, спагетти. Угу. Все, ждем 4400 и покупаем. Молока нету. Накидали мне тут. Ждем, 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 ждем денежку 4400. Так, спагетти. У меня вот здесь были. Бакалей надо прям закупаться по-нормальному. Тем более она недорогая, она дешевая по сравнению вот с вот этой вот полкой. Здесь просто на весь золото. Опять чего-то нету. Яиц, что ли? Здесь вроде есть яйца по 4 штуки. Так, что у вас тут? Все хорошо? Все хорошо, в принципе. Риса почти нету. Отлично, это потрясающе. Давай выставим. Вот, нормально. Теперь не голые полки. Так, соль, 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 соль. У меня где-то была здесь. Ну, вообще нужна? Ну да ладно. Так, рис. Раз. Что, на пол поставил? Мне показалось, что он поставил на пол коробку. Я думаю, нифига себе обнаглел. Блин, слушай, это мало. Мне кажется, мне нужно будет по стеллажу выделять. Целому. Я просто, ну, не знаю, но мне кажется, скоро придется уже по стеллажу товару делать. Серьезно. Мне кажется, у нас уже такой уровень супермаркета, что нам и вправду надо это делать. Давай пока вот так вот поставлю. А там есть место. Это вакантная у меня полка для всего. О, 400. Хорошо. Ёшкин, матрёшкин, сколько я муки-то заказала. Так, паста панзаи, панзаи сюда. 4200, нормально. Нормально, еще одна, если что, влезет. Мука, хорошо, там есть место вакантное. 4300, угу. 4300, угу. Чуть-чуть осталось. Так, мукевич, опять эта мука. Господи, откуда, зачем, куда я столько муки заказала? Что ж собралась готовить с этой мукой? О, денежки есть. Пошли, пошли. Расширяемся с тобой. Все, у нас 138 бачей. И все. И у нас стало темно. Вау. Вау. Очень темно, очень темно. Все. Это все, конечно, прекрасно. Нам это надо доставить с тобой. Угу. Нормально, можем выносить. Так, я вообще думала, что это будет побольше. Ну ладно. Отсюда мы можем убрать, поставить стеллаж. В принципе, как я и думала. Но сейчас это не будем, потому что покупатели ходят. Это уже после закрытия сделаем.
А, кстати, можем лампочки заказать и стеллажи. Давай закажем лампочки и стеллажи, слушай. Мебель, лампочки, две и стеллаж. Денег хватит? Интересно. Нет, не хватит. Ну, давай вот так. Давай хотя бы вот так сделаем. Так, маленькая лампочка. Вот сюда. Так, подожди, вот тут стой. Мне нужны лампочки. Оп. О, нормально. Вроде бы все освещаем. Ну и вот сюда еще можно побольше света натыкать. Вроде бы нормально. Вроде бы неплохо. И еще один стеллаж у меня есть. О, один стеллаж прекрасный. Отойди, пожалуйста. Отличненько. Хорошо. Тогда здесь я хочу, наверное, сделать холодильнички. Вот здесь можно у нас тоже стеллажи выставить. Посерединочке у нас холодильники, я думаю, будут. Думаю, примерно так и будут. Так, холодильники-то куда выставлять? Вот это вот я не знаю. Блин. Перестановка-то нужна. Нужна перестановка. Ладно, сейчас они должны уйти все. Они должны все уйти. Картошку, я же думала, картошку разобрали всю. Смотрю, пустой стеллаж. Думаю, ё-моё. Так, давайте-ка, давайте-ка, побыстрее работаем, побыстрее пробиваем. Ну, Дима, ну давай быстрее, пожалуйста, а? Ну, посмотри, как Лазарев работает быстро. Давай быстрее. У него научись. Видишь, как быстренько уже. Видимо, походил на курсы кассиров. Не то, что ты, не то, что. Что у нас происходит? О! Это нормально. Так, все, больше никто ничего не должен брать, по идее. Поэтому я спокойно могу вот это отсюда убирать. И, например, перенести вот сюда. Вот. Блин, писец здесь темно. Самом-то деле. Очень темно. Вот. Вот так. Нормально. Вроде как. Ну, вроде как нормально. Надо будет еще, конечно, лампочку купить. Так, хорошо. Чуки-поки, вот тут у меня чуки-поки эти все. Так, это остается здесь. Я просто перенесу стеллаж. Вот этот, например. Вот сюда. Вот. Вот так. В принципе, нормально. Я бы еще, знаешь, вот это, возможно, сюда поставила Крису. Но ладно, это на самом деле без разницы. Здесь у меня все вот так вот. Здесь у меня оно вот так вот. Ладно, нет, надо поменять эти стеллажи. Не, давай менять. Давай это дело менять. Вот раз. Картошку куда-то деть надо. Куда мне картошку деть? Я не знаю. Так. Как хорошо, что можно просто взять стеллаж и его переставить. А не знаешь, по-старому доброму. Берешь пустую коробку. И каждую позицию забираешь и переносишь. Да-да. Да-да. Именно. Давай тогда сделаем так.
Я не знаю, влезет ли сейчас туда стеллаж, но давай посмотрим. Давай посмотрим. Мало ли реально влезет. А нифига он не влезет. Не влезает. А почему, непонятно, кстати. Ну ладно. И здесь не влезает. О, ну все. Пипец. Пипец, не влезает, слушай. Что делать, непонятно. Так, ну если здесь будет примерно... А, зачем? А тут как бы, ну, есть место, да? Ну, как бы есть место, да. Ну, как бы место есть вот тут. Оп. Да. Как бы можно тут сюда поставить. Оп. Готово. Так, тогда холодильник возвращаем туда. Обратно, потому что здесь места нет для чего-то другого. Будет стоять здесь холодильник. Холодосик. Так. Смотри. Тут у нас типа сладенькое. Здесь у нас стоит молочко. Молочко я не хочу туда переставлять. Не хочу. Здесь у меня картофанчик будет. В принципе, сюда еще что-то можно будет зафигачить. Сюда, я не знаю, ну можно еще молока. Не знаю, что еще. Здесь, я думаю, еще один купим стеллаж. И заставим его туалеткой. Возможно. Возможно. Короче, пошли дальше. Следующий денечек. Холодосики. Так. Молоко, острый соус, сода, крабовые палочки. Блин. А, нормально. Острый соус. Так, соус у меня вот тут вот. Острый соус. Острый соус. Крабовые палочки. Крабовые палочки. Фига подешевели. Вы чё? Давай хотя бы 8,19. Что-то еще было. Молоко 6 штук. Но у меня, кстати, его нету. Угу. И давай купим теперь морозилки. Вот. Давай теперь морозилочки купим. Так. Смотри, как я хочу сделать. Подожди, постой, постой, постой. Так, холодосики, давайте-ка я вас... Ну, не знаю, куда я вас поставлю. Давай пока, ладно, пусть... стойте здесь. Серьезно, вот стойте пока здесь. Холодосик. Посмотрел Геннадий, понял, что тут проблемы, и такой, ладно, лезть не буду. Хорошо, правильно сделал, кстати. Лезть не надо. Это делаем. Так, раз. Два. Ну, слушай, думаю, в принципе, так будет нормально. И пройти есть место. Ну, нормально. Так, на один холодильник у нас есть место. Хорошо, давай-ка переместим пиццу. Давай-ка возьмем новую пиццу. Ее у нас очень много. И переместим. Смотри, сколько много. Простите. Отсюда забираем эту пиццу. Ценник убираем, а то сейчас кладовщики обратно поставят сюда, и все. И все. И будем мы туда-сюда с тобой гонять эту пиццу. Вот так вот сделаем. Отличненько. Это у нас и есть. Отличненько, слушай. Что у нас с тобой? Отличненько. Давай откроемся. А, что это? Еще один холодильник. О, господи. Это хорошо. Это хорошо. Оп. А что мы сюда можем запихнуть? Мы можем крабовые палочки туда. Давай-ка. Крабовые палочки. А их нету. А может картошку фри? Ну давай картошечку фри. Давай картофан. Угу. И отсюда его заберем.
Да, мне нравится, когда здесь картофан. Ладно, пусть лежит. Пусть лежит. Что это у нас? Молоко? Давай-ка. Я думаю, молока можно целый стенд на самом деле выделять, потому что, видишь, его очень мало. Его надо, наверное, давай дальше как раз таки вот так поставим. И еще. И тут у меня будет все в молоке. Вот, кстати, кто просил хлопья и молоко рядом? Ну вот, посмотри, ну, красота. Ну, можно было бы сусу в другое место. Кстати, реально. Слушай, можно взять сусу, вот это поставить сюда. И второе сюда же перенести сусу. А молоко сюда. Как тебе, Дико? Хорошая? Давай попробуем так сделать. Будет гармонично, думаю, смотреться. Угу. Смотрится великолепно. Только это, чтоб сейчас никто сюда не натаскал. А, у меня же нету молока. Блин, смотрится круто. Круто смотрится. Давай теперь сусу перенесем. Точно перенесем? Ну, думаю, да, надо перенести. Тут у нас появятся еще какие-то чаи, кофе и тому подобное. Так что можно на будущее уже место освобождать. И эта сахарная пудра, естественно, отсюда уедет. А вот эти пироженки отсюда, естественно, уедут. Это все уедет. Вот туда вот подальше, когда у нас будет стенд, еще один стеллаж. Все? Слушай, смотрится неплохо. Теперь надо отсюда убрать ценники, а то они сюда сейчас притащат. Вот. Блин, ну нормально, все хорошо. Я бы еще сюда сладкое натаскала. Ну куда? Блин, сюда только если. Ну, надо, ну давай. Не по размеру. Не по размеру. Понимаешь, не по размеру коробка. А я уже хотела. Так, сыр нужно заказать. Давай-ка. Сырочек закажем с тобой. Угу. Нужен сыр. Это где-то из новых, это где-то в конце. Так, вода, сосу, кофе, пусть будут рожки, это картошка. Так, мне дальше нужны крабовые палочки. Суши, суши, это не надо, вот это, гратен. Блин, денег нету. Ждем, ждем. А кассы пока я не знаю, куда ставить. Пока не трогаем кассы. Пока не будем их трогать. А пусть будет так. Я думаю, нам еще надо, знаешь, купить окончательное расширение, чтобы уже реально просто, ну, творить, творить и все представлять по красоте. В принципе, и так можно. Но надо докупать стеллажи нам. Сколько там стоит следующее? 6700. Ну, слушай. Не. Что-то очень дорого. Очень дорого. Очень. Хотела куда-то крабовые палочки. Вот сюда вроде. Отлично. Так. Вода. Водичка у меня. А, у меня нет воды. АП, у меня нет воды другой. Потрясающе. Потрясающе. А чё ты встал? Господи, он опять встал и втыкает просто. Ну за что я ему деньги плачу? Ну ёбстуды. За что?
Вот он стоит, просто втыкает. Ну, посмотри на него. Кому я деньги плачу? Может, мне тоже встать, просто втыкать? М? И у нас только Геннадий будет работать. Ну, Жора, ты меня задолбал уже, серьезно. Ты бесполезен. Нифига не делает. Ничего не делает. Серьезно. Ладно, хорошо. Можем купить еще один холодильник. И еще холодильники можем купить. Спокойно. Давай сделаем так. Так, холодильник. И стеллаж. Холодильник, стеллаж. Ну пока, слушай, пока все нормально. Пока пусть будут эти денежки. Слушай, пусть пока будут. Угу. Делаем пока так. Угу. Так, чтобы не выкладывали сюда. Угу. Так, крабовые палочки у меня есть или нет? Крабовые палочки. Нету. Стоит, ты посмотри, стоит, ну ё-моё. Ну, фиксит и фиксит, но не все равно не дофиксит. Ну, так всегда. Так всегда. Фиксят они. Сусу. У меня только вон Геннадий работает. Крабовые палочки. Кстати, крабовые палочки. Отсюда забираем их. Угу. Угу. Докладываем. Докладываем. Отлично. Крабовые палочки вот сюда. Картошечка фри. Давай-ка. Вот сюда. Бери, бери картошку. Вот. Новая партия. Только привезли. Сыром. Сыра нет. Нормально, денежки идут, каплют. Хорошо. Отлично. Только мой Геннадий не справляется один. Совершенно. Потому что у него, блин, помощник-лохотронщик. И все. Ему еще колеса не хватает волшебного. И Кубовича. И все. И только так бы наваливал. Так, это сюда мяско. И это у нас рожочки, 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 рожочки. Я же не вижу за него. Ну что, на что ты так втыкаешь? Что? Что тебе не нравится? Он из-за какой-то коробки просто начал втыкать, ты понимаешь? Из-за какой-то коробки он забагался. Боже ты мой. Бедненький какой. Ну, слушай, у нас даже склад почти что полный. Я думаю, мы удачно с тобой расширились. Но склад даже полный, как бы, почти. А нам надо курицы. Давай, нам надо будет курицы закупить. Много. Туалетки закупить. Химии закупить. Максимально закупаемся. Вот, ну, даже вот не этим. Потому что я забуду. Нам максимально сейчас нужно закупить химию. Так, раз, два, четыре. Ага, только уже не заказать. Только уже не заказать. Ладно, это уже в следующей серии получается. И у нас уже последние клиенты. Мы сегодня и потратили почти 2000, и заработали почти уже 2500, я думаю, где-то так. Слушай, прибыль растет. Расширяться мы уже потихонечку можем, уже можем спокойно покупать лицензию, либо сначала дорасширить, либо лицензию. Напиши в комментариях, как поступим. Сначала расширимся, последнее сделаем вот это расширение, или купим уже лицензию. Я бы до идеала хотела бы уже расшириться и забыть про это, и уже выставлять и заниматься лицензией. Выставлять новый товар. Было бы хорошо. Интересно. То
туалетной бумаги. Простите, простите, нету. Нету. Надо будет сделать, кстати, стеллаж туалетной бумаги. Или просто вот так поверх ее расставлять, в принципе. Ну, все, это последний клиент, поэтому на этом мы с тобой заканчиваем. В комментариях жду от тебя. Что мы делаем? Хорошо? Либо это уже будет через серию, насколько ты быстро это прокомментируешь. Так что все, спасибо тебе большое за те же комментарии, подсказочки, лайкосики. И все. Все ссылочки на сети в описании канала. И всем пока-пока.